Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Толян. Я переезжаю на постоянное место жительства в Тайвань и как бы хотел осветить этот аспект немножко в смысле с точки зрения документов. Ну и вообще посмотрим, что я там делать буду. Честно говоря, вот еду, да, чем там будем заниматься, понятия не имею. Но я думаю, тем более будет намного интересней, как я буду адаптироваться к этой ситуации. Ну, начнем, наверное, с документов. Вот сейчас мне уже надо делать визу в Тайвань. Я поеду туда по семейным мотивам. У меня супруга тайванька. У нас есть ребенок. Вот, на данный момент я нахожусь в Англии. Вот, значит, начинаю процесс. Процесс получения визы. Визу, правильную визу, очень важно иметь. Для этого нужно, сейчас скажу, называется Тайвань Joint Family Resident Visa. Вот такая вот фигня, да? Ну, я так несколько раз звонил в тайваньское так называемое консульство. На самом деле это не консульство, это как торговое представительство, но оно выполняет функции консульства. Ну, как бы они так, с ними разговариваешь, они как бы, то есть, кажется, как будто они сами толком ничего не знают, поэтому я решил подготовиться, посмотреть в интернете, что как. Вот, и нашел я такой веб-сайт, называется visaguide.world. Я дам ссылку внизу. Вот, там все подробно расписано, как получить тайваньскую семейную визу, чтобы приехать с этой визой в Тайвань и уже на основании этой визы постоянный резиденс, да, в Тайване. Так. Значит, что для этого требуется? Для этого требуется, ну, во-первых, заполнить специальное заявление на веб-сайте МИДа Тайваня, да, и то есть указать это заявление, в какое представительство я буду подавать документы. Вот. Ну, значит, ничего такого особого нету, что, значит, заполнил я это заявление, потом надо будет паспорт сделать фотокопию паспорта, две паспортных фотографии, не старше 6 месяцев, заплатить за визу, потом, что нужно еще? Нужно сертификат здоровья. Ну, то есть мне в тайваньском консульстве сказали, что, ну, неважно, я могу его сделать здесь, в Англии, там, потом заверить туда-сюда, либо я могу сделать его в Тайване, прежде чем подавать на, как она называется, сейчас скажу, Alien Resident Certificate, ARC, да, вот прежде чем на него подавать, можно пойти там в тайваньском госпитале, заплатить и сделать этот сертификат. Я думаю, это будет гораздо проще, чем тут ходить по больницам, что-то делать, потом это переводить, потом это, блядь, заверять. Короче, ладно, так. Потом что нужно? Ну, нужно так называемый Certificate of Police Clearance, да, ну, то есть, что не было там судимости, нет с тобой никаких косяков, ничего такого нет. Так, это мы тоже сделаем. То есть, это пока для получения визы не надо, но это понадобится для ARC, Alien Resident Certificate. Вот. Так, что еще нужно будет? Нужно будет marriage certificate, то есть свидетельство о браке, оригинал и фотокопия. И вот тут еще написано, что household registration certificate, который, ну, это, то есть, домовая такая книга в Тайване, да, в Китае.
практика такая есть, значит, и там должно быть записано, что да, у нас был брак, заключен брак, что там вписано мое имя в это дело и там что такое. Вот. В тайваньском консульстве мне не говорили это, поэтому я не знаю. Ну, я знаю, что я там зарегистрирован в этом Тайване, но я не знаю, понадобится сейчас или нет этот сертификат. Посмотрим. Подам под документы и там уже посмотрим. Если потребует, тогда придется супруге сказать, пусть она пойдет, выпишет этот сертификат и вышлет его DHL, что ли. Так, и еще, что еще нужно? Нужно будет приглашение от нее. То есть мне сказали, говорят, пусть супруга напишет приглашение. Я говорю, а какая-то форма есть или еще что-то? Он говорит, да нет, это вообще вольно. Я говорю, а кому? Куда присылать? Что, как? Это как-то какая-то официальная бумага? Нет, говорит, можно по имейлу. Говорит, хочешь, она тебе пусть пришлет по имейлу. Хочешь, пусть нам пришлет по имейлу. Хочешь, тебе пришлет ее распечатать. Вообще, как хочешь. Я говорю, ну ладно, пусть она тогда вам по имейлу напишет, да, и пусть мне сделает CC, да, и тогда я думаю, что проще будет. Так. Вот, вроде, ну вот пока все, не знаю, посмотрим, сейчас вот это соберу все эти бумажки, пойду, подам, и посмотрим, что-нибудь потребует еще или не потребует, может этого достаточно будет. Вот. И еще я прочитал, что на веб-сайте Тайваня, ну, то есть, опять-таки, это все информация где-то, блядь, в разных местах написана, что Тайвань уже был закрыт, да, из-за коронавируса. Сейчас вроде начинают там людей пускать, да, то есть, ну, либо те, которые резиденты пускают, либо какой-то особый случай, но я думаю, что у меня достаточно особый случай, да, то есть, что супруга там уже на Тайване, ребенок там уже, я думаю, что достаточно оснований для того, чтобы меня туда впустили. Так, ну и чтобы меня впустили, понятно, что вот коронавирус им не нужен. Я где-то на каком-то веб-сайте прочитал, чтобы въехать в Тайвань, нужно получить, сходить, сдать анализ за максимум за 3 дня до отлета, что у тебя нет коронавируса. Вот. Не знаю, где-то надо сделать это, чтобы вот сделать, подгадать, чтобы в тот день до отлета там еще, чтобы еще его получить, а то еще, блин, ожидать его будешь, улетишь, сертификата не будет. Вот. И так, ну вот так вот, да. Вроде пока все. Давайте буду держать вас в курсе. Пока.